уборочная. Нам надо убрать 350 гектаров озимого рапса на данный момент и завершить ее в течение 2 дней. Дальше мы идем убирать зерновые культуры. То есть надо убрать на данный момент 1355 гектаров. Это очень такой огромный шлейф, чтобы внести весомый вклад в каравай нашей Родины. Я думаю, мы уложимся здесь 15 дней. Планируем, может, 5 тысяч взять валов на этот год. По солнечным этим денькам нашим все идет хорошо пока. Приобрели и новый комбайн КЗС-12-18, и новый КВК приобрели, и 35-ку у белоруса. То есть обновление парка технического у нас идет.